Stay still until they find it. Меня зовут Белов Александр, директор, основатель команды «Профмонтаж». Мы занимаемся в Республике Молдова монтажом окон и дверей. И хочу в этом ролике объяснить, как нужно монтировать входную дверь. Пластиковую входную дверь, но принцип монтажа будет то же самое, как и у железной двери. Мы очень любим прямое крепление, но когда речь идет о дверях, мы немножко по-другому делаем. Чтобы не дырявить коробку, потому что будет некрасиво, мы монтируем на пластину. Но мы закупаем пластину наружную, и мы ее согинаем, чтобы было удобнее в проеме укрепить. Это один из важнейших факторов. Теперь смотрите. При монтаже двери обязательно нужно, чтобы использовать 4 пластины с одной стороны, 4 с другой. И две внизу и две наверху. Объясню почему. Когда дверь открывается, она тяжелая. Без двери, получается, он на верхнюю пластину дается и на нижнюю. И обязательно, чтобы их было 4 штуки. Две посередине, они вспомогательные. Давайте я вам покажу, как это выглядит, сколько пластин должно быть и еще. Знаю, если видно, фокусируется, пластина должна крепиться обязательно двумя болтами. В данном случае у нас паризованный кирпич, мы используем вот такие болты для паризованного кирпича. Обязательно должны быть два болта. Везде у нас это по два шурупа. И наверху везде. Теперь еще один. Теперь еще один фактор, который тоже нужно при монтаже знать. Фурнитура у входной двери для Объясню, для чего она нужна. Она нужна, чтобы регулировать дверь через год, через два, через три, через четыре, через пять. Ни в коем случае мы поставили дверь, если начинаем тут регулировать. Нет. Дверь должна быть по уровню, естественно, в трех плоскостях. И важный фактор. Вот эта щель, которая она идет между ответками, вот которая щель, которая у нас она, вот она тут. Она должна быть везде одинаково. Что тут, что посередине, что выше, что наверху. Она везде должна быть одинаково. И что внизу? И что наверху. Когда у нас эта щель будет равномерна, дверь будет легко закрываться, будет легко открываться. И не нужно лазить, регулировать петли. Петли, они предназначены, хорошие петли, скажу так, хорошие петли, они предназначены там, для регулировки там, лет через 4-5, не раньше. Но нужно дверь смонтировать так, чтобы петли не трогать. Если у вас что-то не получается, либо конструкция кривая, во-первых, либо вы что-то намудрили и неправильно. И, естественно, уже остается один из важнейших факторов – закрепить пакет. Как его крепить? Мы сняли ролик, наверное, полгода тому назад. Там есть, как нужно крепить пакет. Обязательно дверь должна быть на колодках. Обязательно на пластиках, на кирпичной основе или что-то. Обязательно, потому что дверь тяжелая, она проседает. Если ставим дерево, считайте, что дверь просела. И вроде бы все. Если вам видео понравилось, ставим палец вверх, подписываемся на наш канал, смотрим окончание, как мы закончим этот дом. И до скорой встречи.
no one. Here we go.